Внешняя красота в совокупности с внутренней силой и одновременно слабостью, борьба с навязанными стандартами и вечный поиск себя. Long Fashion Weekend в качестве темы этого сезона обозначил современную женственность. Мы говорим не только о моде, мы говорим о красоте, об искусстве, о теле, о выборе вообще женском. Поэтому мы и назвали его женское, то есть мы не могли назвать одним словом и как бы оставили вот это многоточие, чтобы мы все вместе с вами порассуждали на эту тему. А в этом сезоне у нас будут дизайнеры из Эстонии, у нас будут дизайнеры из Казахстана. Мы первые в Челябинске будем показывать modest fashion. Как вы знаете, это скромная мода, это мусульманская мода. Мы будем показывать одежду для корпулентных женщин. И для нас это такое приоритетное новое направление, и поэтому сегодня у нас будет проходить кастинг. Впервые за историю этого проекта состоится показ коллекций плюс сайз. Сейчас вообще мода пошла, да, на эти накачанные губы, я не знаю, там, нарощенные волосы, и все реально, как бы, все на одно лицо. Я считаю, что, как бы, ну, мужчины же разные, почему девушки не могут быть разными? Мне кажется, всем уже как-то приелись идеальные вот эти фигуры, и надо показать именно людей разных, чтобы от разные люди. По-разному все красивые. Все привыкли к этим стандартам, которые заложены были когда-то, и поэтому выделяться из этих стандартов как-то не по себе, и также и комплексы, и все в этом роде. Я все-таки надеюсь, что наши дизайнеры будут намного смелее и не побоятся занять эту нишу. Эта ниша свободна на сегодняшний день, и женщины хотят выглядеть стильно и красиво, хотят быть женственными, хотят не бояться своего тела, принимать себя. Из зарубежных марок у нас это представляет Марина Ринальди, если мы говорим о премиуме. Марина Ринальди и Эскада сейчас представляют. Вы можете, например, прийти в Шанель и за определенные там, проценты сделать свой размерный ряд. Прада сейчас предоставляет такую услугу. Из более низкого сегмента вот сейчас у нас будут показы, по-моему, два питерских дизайнера будут представлять моду плюс сайз. Я надеюсь, что это будет красиво и смело. Кроме традиционного показа молодых дизайнеров, в программе модного уикенда арт-перформансы от художников и музыкантов, выставка Fashion Market, а также лекции о моде и стиле во второй день.